В областном управлении Государственной инспекции труда рассказали о выявленных случаях нарушения трудового законодательства в Восточном Казахстане. Какая работа проводится, чтобы защитить права трудящихся, расскажем в следующем материале. В Восточном Казахстане с начала текущего года без зарплаты оказалось более 1160 человек. Работодатели задолжали сотрудникам более 818 миллионов тенге на 103 предприятиях региона. Государственные инспекторы труда и уполномоченные органы приняли ряд мер, чтобы погасить задолженность перед работниками. В итоге на 101 предприятии долги по зарплате были выплачены. В отношении остальных ведется работа. На мониторинге находятся три предприятия: АО «Кэмонт», ТО «Шигыстройгрупп» и АО «Восток-Шахстрой». Например, в АО «Кэмонт» с начала года выявлена задолженность по заработной плате в сумме более 431 миллиона тенге. На сегодняшний день задолженность снижена и составляет более 271 миллиона тенге перед 341 работником. Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года на производстве пострадало 82 человека. Общий уровень производственного травматизма по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился более чем на 31%. Сотрудники инспекции труда призывают общественность сообщить обо всех нарушениях в области безопасности и охраны труда, о которых им стало известно. Большой акцент мы ставим на то, чтобы нам в этой работе содействовала общественность. То есть под лозунгом «Не проходи мимо, спаси жизнь другого». То есть эта работа направлена на то, чтобы при выявлении, значит, когда общественность видит какие-то факты нарушения именно в области безопасности охраны труда при проведении различных работ, чтобы общественность не проходила мимо, обратила внимание именно на нарушение и сообщала соответствующие органы, то есть Управление инспекции труда. По словам представителей инспекции труда, все проблемные вопросы, связанные с правами работников, они держат на строгом контроле.